Всем привет! Всем привет! И сегодня мы открываем маленькую посылку из Китая. Маленькую? Она такая квадратная? Нет, круглая. Круглая? Не знаю. Маленькую, круглую, ну, короче, посылку? Открываю. Типа там консервная банка, но я не знаю, что там такое, и Валентин не знает. Ну, о, ну, я даже не успел ничего сказать, а ты сразу давай открывать. Да, что же? И что это? Ха-ха-ха-ха, разноцветная консервная банка? Нет. Это магическая пружинка. Магическая? Да. А в чем заключается магия? Я что-то не понял. Потому что она классно перемещается. А, я понял. Это такой гаджет из 90-х. Или из 80-х даже. Прошлого века. Наши родители, ваши родители, да? Угу. Хорошо должны знать эти игрушки. Чё? Нет, это консервная банка. Консервная банка? Не, она, наверное, просто так ехала, что аж прилипла. Её надо аккуратненько. Видишь, её так сильно сжали. И всю дорогу она сколько к нам ехала? Недели две где-то из Китая. Мы заказали на сайте у китайцев, и они нам отправили. И она в дороге слиплась. Там было и холодно, и жарко. Давай я разломаю. Что, согласен, чтобы я разломал? Не, ну а, не. Разломать нет, разобрать ее, расклеить аккуратно. Давай-ка, давай. Давай, о, смотри. Фу, вон оно, действительно магия, как оно вот раз и само все сделалось. Неожиданно. Там, наверное, был какой-то такой сигнальчик маленький. Так, куча мусора надо убрать. Ну и что вот эта вот пружина умеет делать? Она умеет, она у нас такая, да, как радуга, разноцветная. Угу. Очень такой большой диаметр. И вот как она умеет. Все, это такой вместо спиннера, да, расслабляющий эффект. Можно играться. А ну в полный рост. Вон оттуда аж сюда. Она не такая, чтобы и большая. А ну до пола вот так вот просто держи и до пола. Вот она как растягивает. Прикольно. И... И тут она такая. Так, и что можно еще с ней делать? Еще можно по лестнице ее пускать. Да, по лестнице. Думаешь, она по лестнице сможет идти? Да. Я предлагаю сделать вот такую импровизированную лестницу. А ну ставь ее на стол на свой и на кресло. А ну-ка. А вот так вот, смотри, ставишь. Ну давай, показывай. Три ступеньки она может сделать. У нас больше тут нету ступеньки. А ну-ка. Ай. Опа-на! Человек-паук такой на нее смотрит. Вау, что это такое непонятное? Прикольно. Слушай, может выйдем в подъезд? Давай. Потому что там есть лестница. И вот так вот можно делать. И в другую сторону, ну передний керт ногами. Теперь вот так. А теперь с руки на руки так. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Держишь часть. Ой. Хотела убежать в другую сторону. Ава. Лови. Вот так вот. О, вот так вот самое обалденное. Смотри, хочет удрать. Такая живая пружинка. Веселая. Там-парам-парам-парам. А если кольцо сделать, сможешь оно соединить две части? Вау! Вот такая красотень получилась. Да. Убежала, побег. Побег пружины. Пойдем сходим в подъезд, посмотрим, как она будет по ступенькам идти. Давай. Пускай. Тут немножко темно.
не хватает ей разбега. Ну, еще раз. И раз. А ну, толкни ее по лестнице. Давай, толкай, не бойся. И раз. Да, она для ступеньки, но ступеньки слишком широкие. А так прикольно было бы. Валентин, я еще знаю, знаешь, что можно сделать? А ну положи ее и покати ко мне. Да, толкай вот так. Тоже. Тоже так можно развлекаться. Перекосилась. Прикольная игрушка. Слушай, мне нравится. Здоровски. Всем спасибо за просмотр. Обязательно напишите, спросите у своих родителей. Мама, папа, у вас была в детстве такая игрушка? Должна была быть обязательно. И напишите нам в комментариях. Ставьте лайки. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Пока.